На самом деле цвет, ну, больше такой красный отдает. Такая шлейка. Раз строчка, два строчка, три строчка, четыре строчка. Здесь немного проклеен. Вверху ничего не будет упирать. Немного даже края подзатертые. Ну да, немножко кривоват, конечно, но тем не менее натуральная кожа растительного дубления. За 130 рублей, ну или чтобы привычнее было, 63 гривны, я думаю, более даже чем. Просто шикарнейший чехольчик. Аккуратный, красивый. На пояс. Так вот, 100 рублей за 4 шва и 2 заклепки и эту кнопку делают удивительные вещи. Итого получается, кожа вышла на 30 рублей, 100 рублей пошив, и чехол мы имеем всего лишь навсего за 130 рублей.